виновнику резонансной смертельной аварии Александру Руденко продлили срок заключения под стражей до 8 февраля. Такое решение вынес суд Октябрьского района Барнаула. Однако материалы уголовного дела до сих пор не переданы в суд. Один из пострадавших все еще находится в больнице, а без медицинского заключения суд не может приступить к рассмотрению уголовного дела. Напомним, в СИЗО Руденко находится с 15 октября. Именно в тот вечер и произошло страшное ДТП в центре краевой столицы, которое унесло жизни женщины и двух несовершеннолетних детей. БМВ под управлением Руденко, проскочив на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль «Рено», где также находились двое мужчин, которых с тяжелыми травмами доставили в больницу.